Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Ядринском районе. Он встретился с депутатами районных и городских собраний, главами сельских поселений. Об итогах и поставленных вопросах в следующем сюжете. 2014 год был непростым для экономики России. Неблагоприятная ситуация коснулась и нашей республики. На этом фоне главным вопросом стало обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Сделать это возможно только за счет стимулирования экономического роста. Мы обеспечиваем осуществление всех социальных выплат, и кроме того, мы увеличили расходы и на реальный сектор экономики. В разы больше у нас расходы и на сельское хозяйство, и на дорожное хозяйство, чем уровень прошлого года. Глава районной администрации Владимир Кузьмин отметил, что основной задачей этого года является регулярный сбор налогов и рациональное их использование. В числе приоритетных направлений – развитие сельского хозяйства и финансирование социальной сферы. Планируем начать строительство еще 2 многоквартирных домов. Это тоже рабочие места дополнительные. Вот. Это тоже налоги, которые поступят в районный бюджет. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы в районе строятся фельдшерско-акушерские пункты. В бюджете этого года выделены средства на благоустройство населенных пунктов, ремонт и реконструкцию дорог. Как отметил глава республики Михаил Игнатьев, сложная экономическая ситуация не должна помешать выполнению поставленных задач. Будем мобилизовываться и трудности преодолевать. Когда трудно, человек напрягается, мозги напрягаются, и всегда можно решение находить, по сути дела. На встрече в Ядринском районе обсудили планы проведения 70-летия Великой Победы. Глава республики вручил ветеранам юбилейные медали. Мы должны все сделать для того, чтобы все было на уровне, все было достойно и... Огорчений никаких со стороны наших участников Великой Отечественной войны, ветеранов не было. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.